Еще один масштабный проект реализуется в Чебоксарах. В столице идет монтаж новых остановок. К маю павильоны современной конструкции появятся на проспекте Ленина и улице Карла Маркса. На первый взгляд, этот остановочный павильон мало чем отличается от прежних. Те же привычные стеклянные стены и крыша. Однако на деле каркас изготовлен из алюминия. Толщина стекла в ней 6 мм, а скорость установки павильона на фундамент всего 20 минут. Питерское предприятие-изготовитель обещает, этой конструкции не страшны никакие вандалы, а если в нее въедет автомобиль, то каркас погасит удар. Прогнозы директора дорожно-эксплуатационного предприятия по поводу срока годности звучат довольно оптимистично. Данная конструкция будет в течение 10 лет не изменяться, потому что это алюминиевый профиль, это порошковое покрытие покраски, и поэтому на сегодняшний день она полностью отражает в целом эстетику данного вида направления. Примечательно, что скамейки эти с секретом. Сидеть на них удобно, а вот лежать не очень. Можно скатиться. Возможно, с заменой всех остановочных пунктов в городе на такие сидения в них перестанут привлекать нетрезвых граждан. Оксана Заметина, Евгений Анисимов, Республика.